26 апреля, и мы опять-таки на нашем дачном участке находимся. Вот так вот обстоят дела у нас с подснежниками и с мельничным нашим островом. Мельницы работают, ветер дует, а подснежнички вполне прижились на новом месте. Надеемся, что они тут окончательно приживутся. Ну, фантазируем, конечно, фантазируем, что они приживутся. Так, ветерочек сегодня дует. Наши голландские дела. Тут, о, шмель проснулся. Шмель проснулся, лазит уже. Под землей что-то где-то ночевал, зимовал. Не знаю, но уже обследует какие-то тут окрестности. Цветочек ему понравился. Я же говорил, цветочки для шмелей. Так, вот наши тюльпаны вполне себе развиваются. И занимался я сегодня, на самом деле, тем, мы занимались тем, что готовили теплицу. Готовили теплицу, то есть для того, чтобы в ней что-то сажать. Краткий отчет о проделанной работе. Здесь уже грунт, плодородный грунт, значит, был вскопан. Было взято из прохода, грунт был взят, и добавлен сюда был навоз. Проход я заместил грунт глиной, то, что забрали мы, плодородную часть грунта. Дальше и песок, и потом гравий. Вот тут вот такая послойная работа получилась. Показать удается послойно. Гравий для того, чтобы ноги всегда были сухие. Заходишь сюда в теплицу, поливаешь, вода течет и уходит ниже тебя. Тут все очень красиво, гармонично. Ну и аккуратно. То, что аккуратно, то, как говорится, и хорошо. То, что красиво, то и полетит. Как Туполев говорил, самолет летает красивый. Ну вот, собственно говоря, поэтому, наверное, так вот и позаморочились. Здесь уже, повторюсь, плодородная земля, организованная с добавлением навоза. И, собственно говоря, на майские праздники можно что-то уже начинать деревья сажать. Что-то набухает. Я так не особо разбираюсь в этом, но вижу, что что-то тут готовится. Готовится. Явно какие-то тут набухания почек происходит. Соседний участок подсыхает. Им пока вообще не занимались. Вот. Единственное, что, ну, сходили, посмотрели плоды трудов прошлогодних. Ну, пока. Здесь пока все под паром стоит, сохнет. Следующие выходные займусь, продолжу. Вернее так, продолжу здесь демонтажные работы. Пару деревьев надо еще будет спилить ненужных. Старую черную ольху мы оставим. Здесь будет вроде как тенистый сад такой. Чем-то она мне даже вяза напоминает. Не знаю почему, но вот какое-то такое ощущение от этого. Вот. Участок достаточно высокий. Тут достаточно сухо, поэтому думаю, что все еще выходные вполне можно будет продолжить. Есть идея восстановить вот этот хозблок, который нам достался от прежних владельцев, и в нем в дальнейшем селить рабочих, которые будут строить здесь дом. Где-то вот здесь, вот, скорее всего, будет такой бревенчатая баня большая. Ну, такая дом-баня, как на сегодняшний день видится. Ну, а что из этого получится, покажет время. Покажет время, что из этого получится. Вот, значит, здесь что у нас? Осенью наполняли навозом, все перегнило. Совершенно замечательный перегной получился. Вот в таких вот буртах. Ну, видимо, хорошо кислород проходил, плюс погодные условия способствовали. То есть в этом плане тоже не промахнулись, поработали, но получили результат. Так, продолжается у нас тут почконабивательство. Отлично, значит, в следующий раз, наверное, зелень у нас тут пыхнет. И еще у нас тут елка упала, надо пойти ее смотреть. Вот здесь елочку нам уронили, я в прошлый раз показывал, но пока, так сказать, от нее беды никакой нету. Единственное, что она тут богата очень шишками оказалась. Жаль, что, конечно, она погибла, но, ничего тут не попишешь. Вот, вот такие у нее тут, шикарные шишки. А здесь шишки, ух. Да, ну, наверное, вырастут новые елки на этих шишках. В конце концов, вырастут, подрастут. А так вот она какая была
мощнецкая елка. И вот тут еще сухая стоит елка, держится на чем-то, непонятно. Вершинки стоят от двух елок. Надо будет их аккуратненько все-таки. Вот так вот. Да, еще вот эта большая елка тоже. Да, да, да. Лес живет, движется туда-сюда. Поэтому, в общем-то, в лесу надо уши держать на макушке. Ух, какая шишечка. Ай-яй-яй. Был бы белочкой, порадовался бы. Так, ну ладно. Ну, идем дальше. Посмотреть, что у нас в прошлый раз получилось. Значит, вода набирается. Система сработала. В прошлый раз я ее смонтировал. Вода набирается, можно посмотреть. Ой, сколько там. Запасец. Дождей было немного, поэтому и воды пока немного. На майские праздники я второй куб поставлю. Вот там. И, так сказать, будет у нас... Будем копить воду. Воды немного. Я уже про это говорил. К сожалению, воды немного. В бочке вода была, мы ее перекачали в куб. Ну, в общем, за сим пока все. Продолжаем отдыхать и трудиться на даче. Скоро можно будет цветы сажать в горшки, вот в эти наши ящики, которые мы делали, которые вот имеют вот такой эдельвейсовый вид.